Вот вам и первая победа, первый нокаут от сборной Украины. Кто бы мог такое ожидать? Ну, от Дианы Яковлевой можно было, похоже, ожидать. По-моему, ей сейчас плоховато, если как. Ты слушаешь, ты все делаешь правильно. Слушай нас, мы для этого сюда и приехали. Так, пожалуйста, к врачу за дом. Потом. Некрасивая девочка. Потом. Синяк. Я не хочу, чтобы никто видел, что меня в дом. Правильно, все, она не хочет, чтобы она.